При содействии Златоустовского ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области задержана группа лиц, подозреваемых в краже металла на сумму порядка 250 тысяч рублей. Ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 30 до 59 лет, постоянно проживающих в Златоусте. Установлено, что задержанные были работниками данного предприятия. Похищенные мужчины вывозили тайно с целью дальнейшей реализации. По данному факту возбуждено уголовное дело.